Охранника на камерах слежения. Мне кажется, ты был прав. Похоже, он за той большой дверью, как будто от подвала. Надпись на мониторе. Комната обработки тел. Клиентскую базу данных. Так, сейчас посмотрим. Я вижу как минимум 8 клиентов, о которых Жеффилд и Пингвин получат подробную информацию. Есть что-то общее? Все заморожены в последние 6 месяцев. И все по дешевке. Они все заказали билеты эконом-класса в будущее. У них заморожены только мозги. Устройство хранения называется ND-133. Жертвенный пингвин ударит дальше. Ограниченный склад. Это место, в котором Саунир хранит все ND-133. Похоже, это будет твоя следующая цель, Фишер. Найди нам пару французских мозгов. Я ничего не обещаю. Постарайся. Подробности у тебя на обсаде. Thank you.
Я достал твои французские мозги, Ламберт. Значит, вот что с ними случилось. Жертвенный выгрузил клиентов и забрал ND-133. Думаю, мы можем предположить, что он не из ЦРУ, если он хочет убивать. Убивать замороженные органы? Нельзя убить мертвых. Семантика. Думаю, у нас появилась возможность идентифицировать пингвина. Охранника, который всех поставил на уши, зовут Франсуа Калдебеф. Наши перехваты позволяют предположить, что у него на сотовом телефоне есть картинка с изображением жертвенного пингвина, что он ранен и что он заперся в комнате обработки тел. Обработки? Это место, где они вынимают мозги. Представься мистеру Колдебефу и достань этот телефон. Прав. Норман сказал, что он ранил охранника, а на ручке двери есть рот. Не прекращайте обыскивать.